Моє вітання. Це проект «Тема дня» на першому міському телеканалі. Як завжди, у нашій студії ми обговорюємо головні теми Кривого Рогу. 20 хвилин спілкуємось з експертами, з представниками у цій студії. Ну, звісно ж, долучайтесь до розмови і ви. 067 827 2050. Сьогодні цей номер потрібно набирати, якщо вас цікавить тема нового виробництва у Кривому Розі. Що це, вигода чи загроза для міста? Ця тема вже такою червоною стрічкою пройшла по всьому Криворізькому інтернету і по Криворізькому Фейсбуку. Тож, що це за підприємство з'являється у Кривому Розі, я пропоную спочатку подивитися у нашому сюжеті. Увага на екран. У Кривому Розі безліч підприємств та заводів і, відповідно, купа робочих місць. Але, не дивлячись на це, люди обурені, адже наше місто вважається екологічно забрудненим. Ще в додачу, незабаром на території Криворізького ремонтно-механічного заводу розпочнеться виробництво азотних добрив. Про відкриття нового виробництва повідомили депутати на черговій сесії міської ради. Казали, незабаром на території колишнього КЦРЗ запрацює хімічний завод, який вироблятиме сульфат амонію. Займатиметься цим підприємство олігарха Ріната Ахметова – українські мінеральні добрива. Ця інформація для містян стала шоком та розлетілась швидко. Особливо близько до серця її сприйняли люди, які проживають лише в кілометрі від колишнього КЦРЗ. У нас, особливо на мікрорайоні, дуже велика смертність. А якщо ще й буде цей завод, так що ми вплоть до того, що будемо там перекривати дорогу, будемо робити забастовки, ніякого заводу ми не дадим тут построїти. Не в захваті поки від цієї новини й криворізькі депутати. Кажуть, бояться, аби поганий екологічний стан Кривого Рогу не постраждав ще більше. Але все ж ще стежимуть за розвитком подій. Я вважаю, що ця ситуація тільки розвивається, і ми будемо за нею дуже уважно наблюдати. Чому? Тому що, ну, як би... Одно производство, если оно будет экологическое и современное, это один вариант. Пока говорить конкретно, что будет делать этот Мединвест, пока вопрос открыт. Почему? Потому что этот вопрос еще не под, хотя и поднимался на прошлой сессии, но он очень сильно не обсуждался в кругах горсовета. За словами екологів, дійсно, наслідки виробництва азотних добрив можуть бути катастрофічними. Хімічні викиди в атмосферне повітря, забруднення ґрунтів та різні непланові ситуації. Але цього можна уникнути, якщо дотримуватись усіх технологічних норм. Є поняття як технологія, є поняття як технологічні норми, є поняття як технологічний процес. Якщо производитель того чи іншого продукту придержується всіх цих етапів, то підприємство становиться совершенно безпечним. А ось з фінансової точки зору одні плюси. Адже виробництво мінеральних добрив надасть можливість фермерам поряд з Кривбасом закупати вітчизняну продукцію. Та створить понад 70 нових робочих місць. Ще на додачу, щороку поповнюватиме бюджет країни на приблизно 60 мільйонів гривень. Если касаться конкретно города Кривой Рог, это даст возможность появлению новых рабочих мест, а также чтобы фермеры Криворожского района закупали минеральное удобрение не в других странах, скажем так, а непосредственно в Кривом Роге. Представники підприємства «Українські мінеральні добрива» запевняють, чутки про відкриття хімзаводу – неправда. Це всього-навсього невеликий цех з переробки і зберігання мінеральних добрив. В технологічному процесі не буде жодних хімічних реакцій. Він не шкідливий як для навколишнього середовища, так і для здоров'я людей. Ні хімічне производство, ніякої хімії, ні одного хімічного процесу. Не використовується вода, яку потім потрібно було б очищати. Тобто в закритому приміщенні спресували, подробили, увезли. Більше схоже на складські операції. Зараз депутати Кривого Рогу збирають підписи під зверненням до міністра екології України Остапа Семерака. У цьому документі вони просять не відкривати нове виробництво, бо це, на їхню думку, може призвести до погіршення екологічної ситуації у місті. Олена Трунова, Віталій Кваша, Перший міський.
Ну що ж, а на питання стосовно цієї досить важливої для Кривого Рогу теми сьогодні у нашій студії будуть відповідати генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю «Українське мінеральне добриво» Олексій Афанасів, моє вітання, і головний інженер цього товариства Василь Гладкий. Теж кажу вам добрий вечір. Добрий вечір. Добре. Перше питання, яке, певно, поставить кожен після того, як подивиться сюжет або почує всю цю інформацію в інтернеті. Що ж це таке? Хімзавод чи цех? Добрий день. Дійсно, замечательний ролик зняли. Це однозначно не хімічний завод. Це сучасний, а поэтому небольшой цех, в котором будет происходить хранение и гранулирование сульфата аммония. Значит, сульфат аммония – это эффективное удобрение для сельского хозяйства, для фермеров. Вот, это вот такая соль. Она безвредна для человека, она не имеет запаха. И в том виде, в котором она сегодня производится на украинских заводах, вот как очень мелкий-мелкий порошок, она, к сожалению, не может напрямую использоваться эффективно фермерами, как это удобрение. Для того, чтобы они могли использовать… Чому неможливо так? Да. Потому что она очень мелкая, и когда фермеры своими машинами разбрасывают, все это сносится ветром. В итоге в одном месте ничего не выросло, а в другом месте просто слишком… Для каких фермерских господарств это используется? При выращивании каких культур? Это все зерновые и масличные культуры. Этот продукт добавляет количество урожая и повышает его качество. Насколько этот продукт безопасный? Потому что, ну, там, по-перше, мамы, которые купуют какие-то фрукты або овощи для малят, завжди так стереотипно кажуть таке слово, а чи не є там ці овочі пестицидними або інші? Ну, тобто, наскільки добриво може зашкодити людині, яка буде їсти цей продукт? Значит, смотрите, вот конкретно сульфат аммония, он это вещество, которое помогает растениям расти, да? И в отличие от нитратных добрив, там при его использовании невозможно вызвать вот это вот самое отравление из-за нитрачивания, да, потому что там другая форма веществ. Вот, поэтому для растений рост, для человека как минимум в нескольких странах это даже пищевая добавка. То есть он как минимум безопасен, вот, то есть это соль, просто как поваренная. В нашій студії ми розбираємось, ставимо питання, нагадаю, можете приєднатися і ви, 067-827-2050, прямий телефон нашого ефіру. У нас керівництво цього підприємства, я думаю, що дасть вичерпні відповіді на ваші питання. У нас паралельно з цим проходить телефонне опитування, проміжні результати ви його бачите на екрані. Ставимо ми сьогодні таке питання, як ви ставитесь до того, що у Кривому Розі планують відкрити нове виробництво з переробки мінеральних добрив. Три варіанти відповіді. Дуже погано, ще один завод-забруднювач у місті, 92% – це така левова частина, в нас більшість наших громадян так сказали. Чому б ні? Нові робочі місця для людей. Поки за такі місця ніхто не турбується, тому і не відповідає. А ось бачимо, що результати в онлайні у нас прямо в процесі онлайн змінюються. Вже менше кажуть, що дуже погано, а більше кажуть, що хай будуть, але сплачують компенсацію людям, що житимуть поряд. Я, по-перше, вас, панове, кожного із вас, хочу як керівництво, як представника інженера головного, прокоментувати наш телефонне опитування. Що скажете? Ну, я бы сказал примерно следующее. Эта новость появилась несколько дней, и, естественно, она появилась в определенных кругах, где сразу написали, что это химический завод. Мы здесь для того, чтобы показать, что мы открыты, и рассказать, что действительно никаких химических процессов нет, и все, что мы собираемся делать, это вот превращать вот такой мелкий кристалл в вот такую гранулу. Да? Это делается путем вначале прессования в плиточку, затем эта плиточка дробится, нужная фракция фасуется, отправляется фермерам. Нужная фракция вместе с той пылью, которая была ловлена системой аспирации, возвращается назад в производство. То есть это безотходное производство. Сульфат аммонию, про який вы кажете, звідки він? Я кажу зараз і в абстрактному, і в конкретному розумінні цього слова, і в хімічному, і в фізичному, тобто звідки він береться? Изначально он берется путем соединения двух веществ. Азот, который N, которого там 70% в воздухе, да, и сера, которая S.
Вот эти два вещества соединены в сульфате аммония. 21% азота, 24% серы. Собственно, они оба влияют на увеличение урожая. А откуда берется конкретно этот продукт? Это чисто украинское сырье. И это наша отличительная особенность, что мы работаем только на украинском сырье и не зависим, например, от поставок российского газа. Берется на нескольких предприятиях України, которые производят его в качестве одного из своих нескольких продуктов. Да. Тобто це конкретний продукт, не відходи, там, не щось конкретне? Так, це один з продуктів. Зараз ось цей кристал йде на експорт. З яких місць це планується привозити до Кривого Рогу? Так, це Маріуполь, Авдіївка, Запорожжя, Кам'янська, ну, от в основному так. Угу. Ви кажете, що це азотне все ж таки добриво, чи ні? Азотно-серне. Угу. Два компоненти. Цей момент зараз, я хочу скористатися ним, він є у нас завжди. Ми раді, що у нас є активні глядачі, у нас є телефонний дзвінок. Я вітаю вас і слухаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, минеральные удобрения, которые собираются гранулировать и паковать, они действительно полезны? Есть ли производители другие на рынке Украины? И какую пользу получат наши аграрии? Угу. Добре, дякую вам за запитання. На жаль, не представилась наша телеглядачка. Ви зрозуміли, про конкуренцію ми поговоримо. Чи виробляють, або, я не знаю, як правильно сказати, фасують у вашому випадку таке ще в Україні. Ну і, звісно ж, який плюс з цього тим, хто вирощує овочі та фрукти в Україні? Да. Начну с конца. Действительно, для фермеров будет польза от этого продукта и от нашего предприятия. В первую очередь, фермерам близлежащих участков, региона, скажем так, ну а дальше всем фермерам центральной и южной Украины. Потому что более короткое логистическое плечо, более дешевая логистика. Они будут банально получать быстрее и дешевле. Вот. Дальше. Насколько это полезный продукт и какие есть конкуренты? Значительная часть удобрений на сегодня все-таки импортируется, поэтому эта часть – это импортозамещение. Оставшаяся часть на сегодня производится, как правило, с применением, опять же, импортных компонентов. Это или газ российского происхождения, да, для азотных удобрений, или фосфаты и калий, которые тоже везутся из России, Беларуси или Африки. Тепер до пана Василя запитання. Я хочу чисто технологічний процес у вас запитати. Чи безпечний він для навколишнього середовища? І дайте якісь такі конкретні факти з приводу того, що люди можуть не переживати. Я би хотів сказати о том, що ми ізначально, починаючи проєктування цього заводу, зараз йде этап проектирования, выполнена уже документация стадии ТЭО и отдана в экспертизу на рассмотрение. И в данный момент на стадии рабочий проект. Мы предполагаем вместе с проектировщиками, что сырье, которое будет выезжать в полувагонах, запакованное в полипропиленовые вкладыши, Алексей сейчас покажет эти картинки, вот в таком виде будет заезжать внутрь цеха, то есть вагон с запакованным в полипропиленовый вкладыш с сульфатом аммония заталкивается в сам цех, закрываются ворота. Через нижние люка полувагона постепенно сульфат аммония будет высыпаться в приемный приямок, и этот процесс аспирируется. Мы устанавливаем по цеху три мощных аспирационных системы, которые будут заканчиваться рукавными фильтрами. Рукавными фильтрами, которые мы приобретаем в Германии. Они очищают 99,9 пыли. Наружу будет выбрасываться воздух значительно чище, чем предельно допустимые нормы. Я вибачаюсь, у нас есть еще телефонный звонок, да. Мы продолжим с вами розмову. Вітаю вас, висловлюйте вашу думку. Алло. Да, кажите. Добрый день. Добрый. Вот молодой человек говорит, что составляющей есть сера. Но сама сера по себе, она является довольно-таки вредным и ядовитым веществом. Если это производство такое безопасное, ну поставьте его под Киевом, кончить заспит. Добре. Я, ваше питання в тому, чому саме у Кривому Розі, чи в чому питання? Конечно. В Кривому Розі достаточно вибросов, когда за
я живу здесь рядом на 173-м, когда с завода КТРЗ дует ветер, мы здесь все прекрасно знаем, что работает литейный цех, пахнет шамотом, другими запахами. Здесь просто невозможно дышать. И зная, как бы, как у нас все относятся к очистке воздуха и выбросов, сомнения очень большие, что будет очень чисто. Не говоря о том, что я еще раз говорю, компонент сера – это ядовитый компонент. И весь мир борется и ставит уловители для того, щоб ця сера не попадала в воздух. Дякую. Дякую вам за дзвінок. Ну, бачите, різні думки. Я про містян хочу запитати, про місцевих мешканців, чи спілкувалися з ними, чи брали до уваги їх думку. Ну і знову ж таки, почути від нашого глядача, хочу, щоб ви прокоментували. Я не хімік, і це був для мене в школі найбільш незрозумілий предмет. А от ви саме знаєтесь на цьому. Да, спасибо за вопрос. Значить, перше. Сульфат аммония, который мы планируем гранулировать, он уже произведен в других городах Украины. Здесь не идет речь о его производстве, только грануляция. Соответственно, нет никаких в Кривом Роге выбросов сульфата аммония. Как сказал Василий, вся пыль очищается на 99,9% и всего там несколько килограмм может попасть в атмосферу. Второе. КЦРЗ не один завод, который находится в этой промзоне. Там находится еще несколько предприятий, делают и строительная компания, и огромная котельная, и асфальт делают, и так далее. Поэтому я считаю необоснованно, и причем мы и КЦРЗ вообще, да, это два разных лица. Скажи так, чтобы было зрозуміло, да. Чи маєте ви відношення до самого підприємства? Мы все находимся с вами в правовом поле, и находясь в правовом поле, здание, которое предполагается под реконструкцию, выкуплено нами, принадлежит нам и к отношению к КЦРЗ не имеет. Соответственно, все наше производство тоже не имеет никакого отношения к КЦРЗ. Скажите, коли планируется запуск самого предприятия? Как сказал Василий, мы сейчас на этапе проектирования. И после этого начнется этап строительства, надеемся. И запуск планируется в июле следующего года, то есть через год. Будет создано, да, давайте. Про плюсы для места, про рабочие места, про податки и про все иное. Да. Можем запытать? Да. Вот смотрите, сейчас этап ТЭО завершен. И вот основываясь на его цифрах, можем сказать следующее. Будет создано 74 новых рабочих места, что, наверное, в текущей ситуации вообще неплохо. Объем инвестиций составит более 200 миллионов гривен. За счет этих денег будет построен вот этот комплекс, который способен к перевалке 100 тысяч тонн сульфата аммония в год. Это по сравнению с криворожскими гигантами немного, но для нас это достаточно. Да, это обеспечить значительное количество фермеров и вытеснить импорт. Это примерно 4 вагона в день, чтобы вы понимали. Вот. И еще по цифрам. То, что сказали в вашем ролике, по налогам мы ожидаем отчисления налогов в районе 60 миллионов гривен в год в бюджеты разных уровней. Вы сказали, 75 людей приблизно будет працювати. Как будет выглядеть эта работа? Это химичное будет какое-то производство? То есть, как мы уявляем в фильмах, там, в костюмах и тому подобное? Чи это совсем не так, как стереотипно бачаться местные мешканцы? Смотрите. Мы этот завод выдумали на самом деле не из головы. Подобные предприятия существуют в развитых странах Европы, Америки, допустим, в Испании и в Швейцарии. Вот в Швейцарии со всех их жестким экологическим законодательством рядом с городом Берн стоит компания Хауэрт, желающие могут погуглить, и там вот стоит точно такой же компактор, который гранулирует сульфат аммония. Представьте, да? Что всередине, как это выглядит? Это вот такой пресс, который сдавливает, вроде бы, да, но на концах два вала. И они крутятся, пропускают между собой кристалл, и вот сверху попадает кристалл в пресс, а снизу уже выпадает плиточка. А дальше она дробится вначале. Как шоколадная плитка. Добрая людина в всем процессе, какие выполняют? Это операторы. Линия полностью автоматизированная планируется. И ремонтный персонал. И ремонтный персонал. Операторы как в операторской за компьютерами, так и операторы участка фасовки на фасовочной линии или участка разгрузки вагонов. Там тоже все автоматизировано на кнопках. Плюс ремонт, департамент бухгалтерии, продажи, все как это нужно. На цьому ставимо крапку. Через брак часу, ефір прямий, вичерпали ми свої 20 хвилин. Я хочу вам сказати дякую за те, що допомогли розібратися. Нагадаю, що у студії у нас сьогодні були генеральний директор та головний інженер підприємства «Українські мінеральні добрива». І якщо можна, у нас є ще один на останок телефонний дзвіночок. Послухаємо, дасте відповідь і будемо завершувати. Ми слухаємо вас. Будь ласка, кажіть. Алло. Да, мы слушаем вас. Так, я хочу вас спросить. Ну,
Ну що ж, на жаль, технічно ми не можемо тримати глядачів. Є питання, тема дійсно така актуальна для Кривого Рогу. Дякую, що дали ряд відповідей на дуже такі актуальні питання, які є на даний момент для містян. Ми продовжуємо рухатись далі прямим ефіром і завершуємо, як завжди, нашу програму «Народною думкою». До побачення. Вообще ужасно, отрицательно, это просто уму непостижимо. Как можно в таком индустриальном центре еще химический завод? И так дети болеют, взрослые болеют. Негативное. Отношение негативное. И так, потому что у нас город загрязненный, и так достаточно загрязненный. А еще дополнительная химия, мне кажется, она будет негативно сказываться на здоровье нас, наших детей. Такое мое мнение. Я думаю, что в нашем городе уже сколько заводов и фабрик, что еще один завод или фабрика нам уже не нужны. Согласно законодательству, должны людям платить экологические, должны стоять очистители какие-то на заводах у нас, на фабриках. Чего у нас нет, экологических не платят. У нас и так в Кривом Роге очень большая заболеваемость людей. Такие именно вот туберкулезы и все остальные легочные заболевания именно связаны с тем, что очень грязная экология. Поэтому лично я против того, чтобы строили еще какие-то заводы на нашей территории. Есть очень много мест за городом. Пожалуйста, пусть там строят.